Раз уж наступила в Краснодарском крае наконец-то весна, то я хочу погулять по улицам города и показать вам всю ту красоту, которую вижу сама. Ну что, пойдемте? На этих улочках я еще не гуляла, поэтому для меня это тоже все в новинку. Абсолютно разные деревья сейчас цветут. Честно, не разбираюсь в них, поэтому не могу вам сказать, что это за конкретно плодовое дерево цветет. Ну какие вообще деревья начинают первыми цвести? Миндаль, персик, вишни. Ой, ну и запах сладкий. Вот знаете, как будто черемуха. Только черемуха пахнет немножко по-другому. А здесь прям очень сладкий такой аромат. В итоге мы вышли вот к такой вот улице, где ходят трамваи. И вот меня всегда, знаете, удивляло, как близко находятся трамвайные пути к домам. То есть вот буквально несколько метров. Кстати, улица Титаровская или Титаровская. И вот такие вот улочки. А ведь когда трамвай идет, это ведь очень шумно. Понятное дело, что человек привыкает ко всему. Но мне кажется, это непросто, наверное, жить рядом с трамвайными путями. И самое шикарное дерево, которое просто пышет. А какие запахи оно издает, это просто нереально. Розовые, яркие цветы. Хоть сейчас и пасмурно, но оно выглядит очень красиво. Вот что такое весна на юге. Вернула я на тихую улочку. Посмотрим, какие домики здесь. Улица Маяковского. Раз около домов мусор, это значит, что сегодня будут его вывозить. На юге так принято. Мусор выбрасывают по определенным дням. Какие только дома ты не увидишь в Краснодаре. И старые, прям старые какие-то халупы и дворцы с колоннами. Честно, это очень-очень удивляет. Если вам интересен такой формат, не забывайте ставить лайк и писать об этом в комментариях.
Мне кажется, что это очень интересно для тех, кто планирует перебраться в Краснодар, увидеть, какие улочки и как живут местные жители. Ну, шикарно просто. Весна радует, конечно. Кто бывал весной на Кубани, я думаю, навсегда запомнили те сладкие ароматы, которые стоят на улицах города. И сейчас наступило время цветения нарциссов. Красота какая! Можно стоять и любоваться ими очень долго. Многие цветы на деревьях уже опадают, и ветер дует, и летят лепестки на землю. Все усыпано лепестками белыми, розовыми. Реально такой сладкий. Впереди посмотрите, какое красивое белое дерево. Невероятно красиво. В итоге, гуляя по частному сектору, я снова вышла на ту же Таманскую улицу. И здесь, конечно, очень-очень спокойно. Здесь жизнь идет своим чередом. Люди живут, ездят на машинах до своих домиков. Так как сегодня выходной день, то по улицам чувствуется запах шашлыков. В частном секторе люди жарят шашлычок. Вот так вот живут в Краснодаре. Улицы без асфальта и с асфальтом очень отличаются и контрастируют. Это улица без асфальта, а это уже улица с асфальтом. И вы посмотрите, как здесь сразу красиво, чистенько и ухоженно. А какие шикарные домики, очень стильные. Чувствую, будто иду по какой-то европейской деревушке. А улица у нас 9 января называется.
Не забудьте написать в комментариях, какое у вас впечатление сложилось от улиц Краснодара, на которых я сегодня гуляла. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. И пишите в комментариях свои впечатления от улиц Краснодара. Будет интересно почитать. Всем спасибо. Пока-пока.